за шум? Кажется, гиперионская шестерка пытается выкачать из меня информацию. Как ты считаешь, брат? Ты прав, братиш. Почему бы тебе не... Мэвис! Нет! Кетл тоже охотится за сокровищем. Наверное, он увел Карсона в гиперионский лагерь дружбы. Есть когда! Пока!
чертовы бандиты! Я не подписывался на это дерьмо! Простите!
А ты убираешься отсюда, если я скажу? Конечно, я же твой приятель, Карсон. Ну так, где сундук? На равнине, зарыт под могилой. Ну, так когда ты уберешься отсюда? Карсон мертв? Ха-ха, неудивительно. Я слышал об этом мобле. Неопыт бандит. Арбасин, будь осторожней.
наконец-то. Я долго ждал в этой церкви, пока кто-нибудь не вырыет сундук. Вдруг там ловушка. А теперь давай сюда. Ну-ка, отвалить от тайника, ушлепки! Черт побери, искатель хранилища! Этот гиперионский болван пришел за тобой? Ну-ка, отвалить от тайника, ушлепки! Есть идея получше, болван. Все достаем пушки, когда колокол прозвонит в третий раз. Ковбойская дуэль? Ладно. Давай! Готов к новым фишкам, год? Поздравляю! Надеюсь, тебе они пригодятся больше, чем мне. Сразу это проясним. Да, большинство моих товаров подобрано с трупов и искателей приключений. За товар не возвращаю. Mother's Day to the greatest mom a master huntsman could ask for. Now, don't get excited. I locked the present with my fist print, so you can't open it until I get home. Anyway, I'm off to go disembowel Henry the Stalker with my teeth. See you soon.
Хорошо, корова! Гиперионов строжайше запрещается. А, приближаться к нему молодец. Я величайший инженер во вселенной! Запах, верно? Это запах джентльмена! Берегись щупальца, шлёпа! Ты можешь подстрелить щупальца, но оно восстановится! Шлёпа, ты можешь подстрелить щупальца, но оно восстановится. Глаза, бей по глазам! Повеселимся! Yeah.
Смотрите, я чувствую! Разочарование, если честно. Возможно, месть не так сладка, как говорят. Но это не твоя вина. Забери мою руку и возвращайся ко мне. Умирающий щенок, плачущий ребенок. Если эти высказывания пробудили в вас отклик, немедленно обратитесь к контролеру. Станут безопаснее. Товар назад не принимай. Помни, у нас всегда открыто. Добро пожаловать на черный рынок! Никому не говори про меня. О возврате денег даже не мечтай! Приятно больше не иметь с тобой дела! Лучше не возвращайся! С научной точки зрения убийство старого шлёпа было плохой идеей, но с мстительной точки зрения я благодарен тебе!
человек-наемник, но у меня есть деньги и проблемы. Если вы слышите это сообщение и способны трезво мыслить, направляйтесь в убежище. Мне плевать, что вам сказал Джек и как хорошо вы вооружены. Армия Гипериона уничтожит вас. Если вы хотите выжить, берите пушку, идите в убежище. Присоединяйтесь к алым налетчикам. Не понимаешь? Никто не понимает! Уверен, я скоро вновь тебя увижу. Свежие экстренные вести!
Уверен, твой друг Железяка смог бы пробраться через это силовое поле. Правда, он слегка устарел, ему нужно обновить софт. У Мордекая есть все, что нужно. Он живет рядом с заповедником, и кажется, ему нужна твоя помощь. Смотри, с этим надо ты поосторожнее. Посмотрим, что тут у нас.
потенциального кандидата в искатели, сэр. Вам понравится. Она сирена. Что? В отличие от Лилит, она вроде бы не связана с Иридием, но... Рассказывай быстро! О ее родителях ничего не известно, но в младенчестве она попала к ордену надвигающейся бури. Кому? Это орден монахов, который правит планетой Афины. Самые ранние данные были получены 4 года назад. Встать. Народ Афин! Спустя годы тренировок и тщательной подготовки, орден надвигающейся бури готов представить вам вашу спасительницу! Молви, Майя! Молви своим подданным! Привет. Недостаток красноречия она компенсирует небывалой мощью. Знаете, Майя защитит нашу планету от любых порождений зла. От... Можно на 2 слова? Сейчас не время, дитя мое. Вы долгие годы твердили мне, что моя судьба странствовать, а не улыбаться и толкать долгие речи. Это не обсуждается, дитя мое. Сейчас улыбайся и машу. Еще раз скажешь, дитя мое, пожалеешь, козлина. Слушай, я тут узнал... Роланд мне уже во всем сообщил. Все мои данные, в том числе апгрейд для твоего друга-железяки на чипе, который встроен в ошейник Кровокрыла. Но Гиперион похитил его и спрятал в заповеднике. А, рад тебя видеть. Кстати, я уже полчаса тут все осматриваю. Похоже, в одиночку не справиться. Если сможешь пробраться в док, я тебя прикрою и покажу, где прячут Кровокрыла. Спаси мою птичку, и тогда получишь софт для железяки. Я вас прикрою, как в Тундра-экспрессе. Джек смешной такой. Похитил Кровокрыла и думает, что я от страха наделаю в штаны, буду типа орать, там типа, что если с моей птичкой что-то случится, то я бла-бла-бла. Да не, мы с Кровокрылом через многое прошли. Я знаю, он сумеет за себя постоять.